Всем здравствуйте. Попросили снять дом. Колорадо 46. Вот смотрите. Там парк национальный. Вот это Победа. Вот это Колорадо. А вот это улица Лазарева. Вот идет. А вот ваш этот домик 46. Рядом 48. Аккумуляторы. А вот маленький домик 46. Сейчас я уменьшу. Колорадо 46. Здесь пальмы. Здесь цветы, здесь парки, так что до моря недалеко, метров, да я не знаю, ну метров 500, а дорогу вон там перейдете, и прямо туда, по Колорадо к морю, все. Сижу, курю. Настроение ноль. Проснулся, глаза открываю, его нету, вообще нету. Пасмурно, там в горах тучи черные, но дождя пока нету. В интернете там грозы нарисованы, дожди пока нету. Температура 25, вода тоже 25. Этот фонтан я в этом году не видел, чтобы он работал. Не знаю, по какой причине они его не включают. Но плитка здесь хорошая, красивая. В горах там видите, что творится. Увеличил. Мутно. Стою в центре, не знаю, куда пойти, куда податься.
Фу, бля. Здесь тоже фонтан сегодня не работает. Вон, что творится в горах.
я выхожу на улицу Адаевского. Вот прямо парк. Там улица Павлова. Вон угол Калараша. Улица Адаевского. Ну вот это Адаевского, она вдоль дороги идет до речки. А мы сейчас повернем направо к морю, на Калараш. Идем по Калараш. С левой стороны магнит. Столовка на Калараша. И там столовка, и здесь кругом. Это дорога в парк. Столовая 24. Лавочки здесь есть. Можно посидеть, отдохнуть. И машины носятся сегодня, какой-то день ненормальный. Гостевые дома друг на друге тут везде кругом. На левой стороне поворот. Больничка находится. Скорая помощь там. Энтузиастов улиц. Надо ведь что-то пока. Магнолия у нас тут растет. Thank you.
Панаджик прибыл в открытое море в путешествие на 30 минут с прогулочкой и здесь 15-20 минут купания в открытом море. Поехали! Обратите, дорогие, внимание, два молодых человека на нашем дуплете дуплятся. Я думаю, что им довольно весело. Кто желает испытать себя, пожалуйста, подходим к будпрокату. Наш гидроцикл мощность ветер, у которого только 180 лошадиных сил, работает с ребятами. Подходим к пункт-прокату, мы вас ожидаем. Есть возможность повеселиться, попрыгать. Пожалуйста, подходите. Время без 10:04. Вода 25, температура 25. Чистая прозрачная вода сегодня. Класс. Пожалуйста, подходите.
Присел на лавочку. Судоевским вот здесь рядышком. Памятником. Сижу, разговариваю со своим неврозом. Хочу договориться с ним, чтобы параллельно идти по жизни вместе. Просто заебал, это невроз, блядь. Уже сил нету, еле снял видео для вас. Будешь, говорит, жить долго и столько же будешь мучиться. С ней надо смириться, говорит, с этой болезнью. Она не лечится. Просто поддерживать ее надо и все. И жить с ней. Никого нету, тихо, спокойно. Советую просто сюда прийти и молча посидеть. Кто любит чай попить, вот приходите сюда, дом чая. Всякие грамоты, дипломы, губернатор приезжал, видимо, сюда. Это вот Колораж, улица. Вот. И вот он там находится. Можно и попить, там написано, и купить. Место для фотосессии. Пальмы красивые здесь, большие. Я, правда, не знаю, что здесь находится. Тут отель, может, какой, не знаю. Тут охранник сидит. Это вот тоже с Колораша свернул сюда. Я сам тоже.
Это все на Калараше улице. Вот нас против этой столовки. Мелкий дождь, радуга вам появилась.